Александр Бикинин работает над самой важной частью автомобиля. Сейчас проверяет состояние и приступает к главному – сборке двигателя. В этот «Москвич» 1955 года выпуска его поставят еще не скоро. Сначала нужно привести в порядок кузов. Опытный механик признается, сложность не в самой работе. Сложно, не сложно, то, что дело в запчастях. Нету комплектующих запчастей. Ищем через интернет, где как находим, то и устанавливаем. Бывает, что для восстановления одного автомобиля приходится ездить, привозить из других областей автомобили и использовать как донора. С деталями для этой сельскохозяйственной тележки повезло. Все нашлось быстро, и уже сегодня машина во всей красе. Вместе с ней на фестиваль «Автомотошоу» приедут и эти пожарные автомобили. Александр Бикинин подарил новую жизнь двум из 11 спецмашин МЧС. Сейчас они располагаются в музеях города. У нас порядка 11 единиц исторической техники, которая в разное время в советскую эпоху использовалась пожарной охраной. Мы будем участвовать уже четвертый раз. В этом году будем выставлять 9 единиц техники. Все экземпляры можно будет не только увидеть своими глазами, но и сесть за руль раритетов, как в ретро-музее авто- и мототехники, так и на стадионе «Труд» уже в начале июня. Будут участвовать музеи МЧС, МВД. Кроме того, достав выставить свою технику, в общем, будет все ярко, динамично, круто. Я думаю, мы не подведем наших зрителей. Сегодня заявки подали уже 80 участников, и с каждым днем их количество возрастает. Александра Турчининова, Евгений Шарыпов, Сергей Полянский. Новости сейчас.